Заслуженный тренер России Юрий Васильевич Юткин дал путевку «Большой теннис» сотням детей. Его воспитанницами были Мария Шарапова, Елена Веснина и еще 30 мастеров спорта. Соревнования памяти Юткина проводятся на курорте с 96 года и относятся к турниру первой категории. В этом году в нем принимают участие 132 спортсмена из разных городов России. Отборочный этап стартовал 2 августа, а сегодня начался основной. Турнир статусный. То есть приехали ребята, которые занимают позиции, скажем так, в верхней пятидесятке лучших игроков по своему возрасту. Как обычно, теннисные турниры длятся неделю, квалификация, потом финальные этапы. То есть, чтобы выиграть турнир, необходимо победить в 5 матчах одиночных. И еще есть у нас смешанный парный разряд. Там надо тоже выиграть 5 матчей. Этот турнир дает возможность теннисистам набрать хорошее количество рейтинговых очков в классификации российского теннисного тура. Набирать максимальное 160 сочинскому спортсмену Александру Коновалову нет необходимости. Для того, чтобы участвовать в турнирах европейского уровня, ему не хватает всего 30 очков. На этом турнире собираюсь выложиться по полной и постараться занять первое, ну, не первое, хотя бы призовое место в одиночке и также в паре. У меня 695 очков, скоро выйдет новая классификация. Чтобы играть в европейские турниры, нужно хотя бы попасть в основу и получить пару очков, и тогда ты уже будешь играть всегда в основе. И для этого у Александра есть все шансы готовиться к предстоящей борьбе. Перворазряднику помогают друзья, мастера спорта, чемпионы России и Европы. Насколько полезными окажутся такие тренировки для Саши, станет известно 8 августа, в день подведения итогов турнира памяти Юрия Юткина. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.